Отлично. Теперь все сначала. Концертный тур «Marry Me» — это событие, которое нельзя пропустить. Через 36 часов суперзвезда Кэт Вальдес и обладатель премии Грэмми Бастиан исполнят свой новый хит «Marry Me» и обменяются кольцами в прямом эфире на глазах 20 миллионов зрителей. Увидимся завтра. Я буду в белом платье. Чарли, такое бывает раз в жизни. Нет, сегодня наш вечер с дочкой. Идеально, у меня как раз 3 билета. Бери ее с собой. Пап, ты не веселился с тех пор, как мама ушла. Соглашайся. Выходи за меня, Кэт! Что я здесь делаю? 5-минутная готовность. Что вы там все смотрите? Ничего. Дай сюда телефон. Жениха Кэт Вальдес застукали целующимся с ее ассистенткой. На, подержи. Мне сказали, что 20 миллионов человек будут следить за тем, как мы клянемся друг другу в верности и любви. Как известно, если хочешь перемен, начни с себя. Что ж... Да. Я выйду за тебя. За тебя. Иди! 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 Берешь ли ты, какой-то парень, Кэт в законные жены? Ну да. Безумие какое-то. Кэт Вальдес бросила того парня с концерта и неожиданно вышла замуж за таксиста. Немыслимая ситуация. Давай просто предложим $5000 и замнем эту историю. Или я просто останусь его женой. Вчера я приняла решение, и если все отмените, я буду выглядеть капризной дивой. Мы должны взять инициативу в свои руки. Как дела? Привет. Всего 3 месяца. Я ее совсем не знаю. Мы оба в ответе за это решение. Неважно, нравится нам это теперь или нет. Мы должны попробовать насладиться моментом. Ты же не хочешь, чтобы я выглядела посмешищем? Что делать-то? Просто стой и улыбайся. С тобой случилась самая невероятная вещь, которая только могла произойти. Нас смотрит 237 тысяч. Пишут, что ты похож на учителя математики. Что ж, они правы. Знаешь, с вами я впервые за долгое время почувствовала себя счастливой. Пойдешь со мной на выпускной? Приглашаешь меня на школьный бал? Оставлю записку в твоем шкафчике. Звони, если будет одиноко. Да? Мне одиноко. Боишься, что она опять влюбится в Бастиана и бросит тебя? Я бы тоже боялась. Зачем притворяться? Я тебе не пара. Это разумно? Мы уже давно переступили через эту черту. Первый встречный. А ты кто вообще такой? Фанат? Нет, я не фанат. То есть, да, теперь, конечно.